сигареты Беломорканал. Самый популярный сигарет эпох СССР. Эта советская марка была очень популярна с низкой сети и репутацией самой крепкой сигареты в Восточной Европе, если не в мир. Сегодня я расскажу о сигаретах Беломорканал, продукте, истории и о том, где сейчас находится марка и как дела у компании. Часть первого пятилетнего плана. Сталин приказал построить ряд каналов, соединяющих Балтийское и Белое море, чтобы российский флот мог выйти в Белое море и оказаться в ловушке, если выходы из Балтийского моря будут закрыты. Общий проект был известен как Беломорканал. Вскоре после завершения строительства канала была представлена новая российская сигарета Беломорканал. Марка создана в 1938 году на фабрике имени Урицкого в Ленинграде. Автор табачной семьи Мешки, технолог В.И. Иоанди, автор рисунка на пачке, художник А. Тараканов. Также выпускалась на московской фабрике Ява. До Второй мировой войны сигареты папиросы была длинная акция курильщикам. После 1970-х годов сигарет традиционного западного типа потребляются чаще, чем сигареты папиросы. И эта тенденция усиливается в 1990-х годах. Однако в трудные экономические времена сигареты Беломорканал и другой сигареты папиросы были доступны большинству россиян. В июле 1992 года американская табачная компания R.G. Reynolds купила контрольный пакет акций табачной фабрики Урицкого в Санкт-Петербурге и основала табачную фабрику RGR Petro. Другой западной табачной компании также недавно вложили значительные средства в табачные фабрики Санкт-Петербурга. Rothmann 80 миллионов долларов и Philip Morris 100 миллионов долларов. Папиросы по-прежнему производятся в России, Украине, в Каменец-Полоцке и Беларусь, в Городно. Беломорканал – традиционная русская сигарета папиросы. Картонная цилиндрическая трубка играет роль одноразового мундштука для сигарет. Во время курения полая часть трубки сжимается, образуя два отдельные перпендикулярные плоские поверхности для удобства. Сигареты папиросы не имеют фильтра и имеют высокое содержание смолы. Структура сигареты в виде папиросы делает их уникальными на современном рынке сигарет. All right, then, we have a professional smoker. Hello. Yep, so he's gonna try the papiros.
How is it? It's good. It's not that harsh, which I'm surprised by. Really? Yeah. When I was in New York, I would roll American spirits, and I did have filters for that. Those were super harsh, but this isn't very harsh. What kind of flavors? Smoky, tobacco, the standard, I guess. Yeah. It's good. It's good. Так, это мой первое видео на русском языке. Надеюсь, вам это понравилось. Если хотите, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Спасибо большое!